Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить рис по-египетски. Для этого нам нужна чашка промытого риса, одна чашка воды, третья часть чайной ложки соли и столовая ложка топленого масла. В Египте его называют самна. Вы можете заменить растительным маслом. Я немножко разогрела кастрюльку. Я кладу столовую ложку масла в кастрюльку. Жду, пока оно растворится. Теперь я высыпаю сюда наш рис. Огонь должен быть небольшим. И начинаю его обжаривать, так сказать, помешивать, для того, чтобы рис пропитался маслом и не прилипал друг к другу, чтобы рисинки не прилипали, чтобы он был рассыпчатым, вкусным. Вот так на маленьком огне мы постоянно этот рис помешиваем. Соль мы можем добавить сразу. Вот я чуть-чуть кладу, видите. Опять же по вкусу, кто сколько кладет соли. И вот таким образом мы помешиваем рис. Держим его на огне. Не нужно особенно далеко отходить, чтобы он не прилип у нас к дну. И его постоянно вот так помешиваем. Времени это занимает, скажем, минут 5. 5 минут прошло. Наш рис стал рассыпчатым, посмотрите. Полупрозрачным. Теперь во время варки он не будет слипаться. Что мы делаем? Мы сейчас добавляем одну чашку воды. Перемешиваем. Закрываем крышкой, прибавляем немножечко огня и доводим рис до кипения. Наш рис закипел. Снимаем крышку. Посмотрите, как хорошо он кипит. Перемешиваем его. Убавляем огонь до минимума. Можем даже поставить на рассекатель, вот до самого минимума. Закрываем рис крышкой и варим его на этом маленьком огне 20 минут. С момента убавления огня прошло 10 минут. Я сейчас сниму крышку и осторожно перемешаю рис. Вода уже впиталась. Я повторяю, что огонь должен быть очень маленький. Если не доверяете себе, поставьте на рассекатель. Вот я перемешала и снова закрываю рис крышкой. Ждем еще 10 минут. 10 минут прошло. В сумме всего 20. Наш рис по-египетски готов. Наш рис по-египетски готов. Всем приятного аппетита и хорошего дня!